Так, станция Дружинина была. 40 минут стояли. До Кати примерно 2 часа движения. Красивый мост, арочный какой-то.
Нет, они сами сказали. Я говорю, надо сюда приходить. Нет, по перрону долго стоит. Thank you.
Задел вас? Да, нет, вон, туда можно сложить. А там что-то лежит, я хотел. Там, да, там что-то вещи лежат. Да. Нет, там какие-то вещи лежат. Вторую попытку не надо. Сейчас.
сторону, все, что соли долили на тропинке. Все, можно дальше идти, я вот в туалет зайду куда-нибудь в офис. Это как-то заходить мне теперь. Заходишь в офис, лицо компании, блядь. По машинам выйдет, блядь. Сами, блядь, ты делаешься. Ребята тоже, говорит, ты здорово, блядь. Вот это красиво.
деревне. Потому что сейчас сына не будет встречать.